момент какой? Проблема с выходом на волну по страховке из кувырка назад. То есть не хватает, либо не хватает динамики, то есть что получается? Что вы должны сделать, да, с этого начнем? Мы делаем как начало уши и руки, ноги выталкиваем по возможности как бы наверх, и в этот момент под динамики кувырка мы выпрямляем корпус. Руками себя придерживаем, падение и делаем мягкий перекат на живот. Вот ваш исполнитель. Основная проблема вчера заключалась в том, что движение либо вы делаете кувырок через голову, и вот здесь вот запирается движение, да, вы не можете перевернуться, либо вы делаете, в принципе, правильно, но ноги вот здесь, и они начинают вот так вот падать, да, то есть идет удар бедрами, вследствие чего, ну, дискомфорт как бы получается. Почему это происходит? Нет выпрямления живота, то есть идет движение вот такое. Вот здесь, да, то есть вот эта позиция. Чтобы это сделать правильно, надо как бы выйти на березку. То есть вы делаете кувырок и выталкиваете себя. То есть мы как бы пытаемся ногами на потолок встать. И это надо сделать с хорошим кувырком назад, с динамикой. А руками себя придержать. Задача ясна. Мягко, тихо, без ударов. Enjoy!